Рыбачишь, нет? Да, рыбачу. Рыбачу и снимаю. Так красиво ночью. И тихо. Собачонка лает. Так слышно. Лови его. Лови. Красота, вон там гладь воды, лед уже растаял. Ну вот здесь еле перешли, уже мелко-мелко. А вон пацан с матерью идет. Тоже ходили вон туда рыбачить. Вон там тоже оголено. Солнце зашло уже давно, а через телефон как будто бы недавно. На самом деле намного темнее. Да, он сам придет. Через телефон выглядит, как будто тепло. Да, вот смотри, смотри, вот туда. Как будто солнце это только что недавно зашло. Но оно уже давно зашло, и там вообще не так. Ну, телефон да. Светочувствительный. Да, я скалу хуже вижу, чем в телефон показывает. Сейчас расширим вот так, еще лучше будет. Скала. С этой скалы девчонка падала. В двух местах, да, Нюська, в двух местах позвоночник сломала, но ничего. Жива, здорова, уже двоих родила. Двоих детей. А вон там мы оттуда катались, вон там. Смотри, Вероник, вон я показываю, вон рукой куда. Там оттуда с самого верха мы катались. Там снегом кусты придавило, и мы как в тоннеле ездили. Вон оттуда с самого верха прям так, вот сюда на Бию вылетали. Там такая скорость страшная, но... Ну, зимой налет. Такая скорость бешеная вообще. Без всяких там санок, просто в штанах. Чего ж не клюет-то, ё-моё. О, представляю, как там потом нам уже куда это, стирали их. Да, никто нам жопу не давал. А чем мама добрая была? Баба Маша-то? Угу. Да как добрая? Такая же, как ты, вредная. Хоть и мать моя, твоя бабушка, типа, все равно. Типа правду, обещает. Правду говорю, а? Типа обещает и никогда не выполняет. Нет, выполняла она всегда, если обещала. Вот мама нет. Ну, Маша. Мама тоже всегда выполняет, если Тобик, обещает. Тобик. Когда мама что не выполнила? Да мы с мамой спорим, она никогда не... Она мне проспорила на сникерс. До сих пор не купила, а проспорила уже неделю назад. Значит, не проспорила, это ты считаешь, что проспорила. Не, она реально проспорила. Мы с ней спорили, пустят меня без справки в школу.